треть территории Франции почти пуста. Но почему? Если мы переключимся на карту, отображающую плотность населения, вы быстро заметим коридор низкой плотности длиной почти 1000 километров. Крупнейшим городом, в котором является Клермон-Ферран, с населением 141 тысячи человек. Эта территория, известная как «пустая диагональ Франции», больше, чем территории Австрии и Венгрии вместе взятые. Чтобы лучше понять, средняя плотность населения во Франции составляет 120 человек на квадратный километр, в то время как внутри диагонали всего 30 человек на квадратный километр. Первая причина этого заключается в том, что в последние столетия Франция стремительно урбанизировалась, и население стало концентрироваться вокруг крупных городов, таких как Лион, Марсель и Париж. Вторая причина – естественное стремление людей жить ближе к побережью, в то время как оба конца этой диагонали не имеют выхода к морю, за исключением небольшой части возле Испании. Если бы мы повернули эту диагональ на 90 градусов, ситуация была бы совершенно иной.